Sa ikada tu mirgayam. Vicharam vijane bane. Yadishchaya samaparam. Jamaragnir upavishat. Saikara tu medyam. Yadidayasamaparam. Jamaragnirupavishat Saikadatumikayam Vicharam vichanevane Yadvichayashramaparam Jamaragnirupavishat. May God with you, a king, or with you, a regular citizen. Являетесь ли вы полубогом, царем, либо обычным жителем? We can learn by others' mistakes and their paths that they take. Поэтому мы можем учиться на ошибках других людей и также пути, которым они выбирают. So that's why these some of the highlights of the histories there mentioned, not all of them. Поэтому некоторые очень интересные истории здесь упоминаются, не все. Usually the Bhagavatam is concerned with the stories that are concerning the Lord and His devotees. Обычно в Бхагаватам описываются истории исключительно о Господе или Его преданных. Here, the Parashuram is a Shaktivesh incarnation, especially empowered Jiva. И вот здесь история о Парашураме, которая является Шактивеши аватарой, личностью, которая наделена особыми могуществами. Кришна says, yada yada hi dhammasya kani bhavati bharata, that he comes from time to time to re-establish religious principles to kill the demoniac. И Кришна говорит, что он приходит сюда время от времени для того, чтобы восстановить религиозные принципы и убить тех, кто находится в демоническом настроении. So we see, that was Krishna's business. He came to kill all those powerful kings who were who became proud. И вот это было занятие Кришны. Он пришел для того, чтобы убить всех этих могущественных царей, которые гордились своим могуществом. The material world is such, material nature is such that a kshatriya, he's not satisfied with any amount of land. То есть материальная природа такова, что кшатрия он никогда не удовлетворен тем количеством земли, которое он обладает. The nature, they want more land, so they have to conquer someone else. Такова их природа, они хотят больше земли, поэтому они должны завоевывать. So they have to meet another kshatriya who's in charge of that land. Поэтому они должны вступать в сражение с кшатрием, который обладает той землей. So then there's a fight. И возникает сражение. You can't stop this. Вы не можете это остановить. It's the very nature. Это их природа. Also the Vaishyas, they like to, when they do business, they like to control all the businesses. То же самое Вайши, когда они занимаются бизнесом, они хотят контролировать весь бизнес. Nature. Это их природа. So therefore, everyone's calling for peace, but that's why you have one monarch, one emperor. И получается, что все взывают, казалось бы, к миру, но и для этого существует всего лишь один монарх. But to be the emperor, at least to perform the Rajasuya sacrifice to prove your sovereignty over all. И для того, чтобы подтвердить то, что вы можете быть императором всего мира, вы должны провести Раджасую Ягью. Then everyone has to agree. И все должны согласиться с этим. Otherwise, there's a fight. В противном случае будет сражение. So Yudhishthira did that, sent his brothers out different directions.
И это как раз сделал Юдхиштхира. Он отправил представителей в разных направлениях. Но Юдхиштхира, он был Дхармараджем. Он был очень привязан к истине, к религии, к миру. But you see what he has to do. He has to go and challenge people who are not particularly a threat. Но смотрите, что он должен был сделать. Он должен был выходить и бросать вызов тем людям, которые на самом деле не представляют никакой угрозы. The idea is you're with us or against us. То есть идея такова: либо ты со мной, либо ты против меня. And if you're with us, you have to pay tax. И если ты с нами, ты должен платить налоги. Like the mafia. Подобно мафии. We can help you. Let's be friends. Давайте будем друзьями. But of course, their culture is also, so they have that nature. Culture's nature is not to be submissive. Но проблема в том, что те также являются кшатриями, а кшатрии по природе не хотят подчиняться. So unless they really feel they have no chance, they're gonna say, come on, let's go. Конечно, в исключительных случаях, если они действительно видят, что у них нет никакого выбора, тогда они говорят: да, хорошо, соглашаемся. So it's a necessary way of the world. Это необходимость этого мира. No such thing as everlasting peace in the material world. И как мы видим, в материальном мире никогда не существует продолжительного мира. Was it just like the nobody wants war, actually? Как мы видим, на самом деле никто не хочет войны. But they come. Но войны приходят. Such wars are such horrible things. Война сама по себе — это ужасная вещь. So many atrocities are committed. Так много преступлений совершается. It's a loss of life. Теряются жизни. It's a loss of property. Теряется имущество. And then you've got to start all again to build up your society, country. И после этого вы снова должны начинать общество, восстанавливать страну. Никто этого не хочет, но это происходит, и никто не может этого остановить. Например, приводится пример. В лесу начинается ветер, и бамбук, трясясь друг от друга, вызывает огонь. И по природе случается так, что этот вызванный огонь сжигает лес. So by nature, this is the ambience of this world. И такова природа этого мира. It's always troublesome. Здесь всегда возникает беспокойство. And when the trouble slows down, и когда эти беспокойства уменьшаются, then we take that as happiness. Мы начинаем думать, что вот это и есть счастье. Pressure's off, we think, oh, so nice, relief. Когда это давление уменьшается, мы чувствуем облегчение. Но все равно вам нужно ведь продолжать жить, вам нужно продолжать поддерживать себя, и это уже беспокойство. So we hear a lot of this because the Bhagavatam is not going to talk about ordinary people, it's going to talk about great people, emperors, demigods. И мы слышим о подобных же вещах с Бхагаватом, но Бхагаватам он не рассказывает об обычных людях, он рассказывает о великих людях, например, об императорах. So nobody is actually satisfied. И мы видим, что на самом деле никто не удовлетворен. The kshatriya's ego will be satisfied when they become the emperor. Эго кшатрия будет удовлетворено, когда они смогут стать императорами. Even they have, you know, huge kingdom, they're still not satisfied. Даже если у них будет большое царство, они все равно не будут удовлетворены. The Asuras, they have the Bilvaswag, they have the subterranean planetary systems. That's their place to live. У асуров есть место под землей, в котором они живут. Six planetary systems. Семь планетарных систем. Still not satisfied. They want to conquer the Swagas. Все равно они не удовлетворены, они хотят покорить также Сваргу. There's no satisfaction for the soul in the material world. Поэтому мы можем видеть, что нет удовлетворения для души в этом материальном мире.
histories, yeah, our histories there, they all, most of them are problems. Мы видим, что жизнь такова, что большинство вещей, они очень проблематичны. So that we can take advantage from the histories, we go back and we learn what to do when these circumstances again come up, because they repeat themselves, the same circumstances. Поэтому мы можем учиться из истории и думать о том, что же мы должны делать, поскольку история сама по себе, она повторяется. That's why when there's a problem in the kingdom, they go to the brahmanas. Именно поэтому, когда возникают какие-то проблемы в царстве, они отправляются к браманам. And the brahmanas, they refer to the puranas, the history books, puranas. И браман, он обращается к пуранам, книгам истории. And they say, oh, before the same incident happened, because everything's done before. Before this thing happened, this such and such a case, and this is how they resolved it. То есть, в принципе, все уже происходило в мире, поэтому они говорят, вот здесь написано, что до этого вот в такой ситуации это вот уже было. And they'll give maybe two or three examples. И они приводят different instances and different results, different way they resolved. И вот они приводят 2-3 примера, в которых там объясняется, как поступили в этом случае и каков был результат. And then taking that, they'll take whatever they think is the best application for this problem, they will use that. И они начинают думать, каково же лучше из примера для того, чтобы использовать в этой ситуации, и они этим пользуются. That's how laws are made also. Это как раз так же, как делаются законы, выпускаются законы. You have a law, there's a disagreement, it goes to higher courts, it goes eventually to the Supreme Court. То есть, если у вас возникают какие-то проблемы, вы обращаетесь в суд, и если вы не удовлетворены, вы можете обратиться в высший суд и так далее. When the Supreme Court decides, this is gives their verdict, generally nobody questions it again. That's the standard answer. Когда Верховный суд принимает свое решение, уже никто не может выступить против, то есть это становится уже законом. Like in the 70s, they said the Hare Krishnas are a dangerous cult. Как, например, в 70-х пытались установить, что Хари Кришна — это опасная культура. And should be banned. И нужно запретить. So then it went to the courts. И тогда обратились в суд. And it went to the Supreme Court. Потом отправились в Верховный суд. So then we had a lot of a number of well-wishers, you know, respectable people, scholars, government people. У нас было несколько благожелателей, которые занимали высокое положение, они были образованы. And Srila Prabhupada said, you give the jury, you give them a set of books and tell them to read them. This is our evidence. И Шрила Прабхупада сказал, что судье вы должны дать наши книги, чтобы он их прочитал, и это будет нашим подтверждением. But anyway, they had to admit that it wasn't a sect, it was 3,000 years before their particular religion, and it was an established religious system, which is more than 5,000 years old. И тогда они пришли к выводу, что это не какая-то новая секта, что у Хари Кришны есть уже длинная история, что это древняя религия, которая уже несколько тысяч лет. So then it's established, it was certified as a bona fide religious process. Поэтому они дали подтверждение, что это авторитетный религиозный процесс. So that's the Supreme Court, so no one will challenge again. И это было решение Верховного суда, которому уже никто не мог противостоять. Because it already went to the Supreme Court. Поскольку нам пришлось обратиться в Верховный суд. So when with the case, the lawyer, he will say, my lord, talking to the judge, and previously in this incident, and the Supreme Court judge like this, they will accept it. Поэтому адвокат во время суда может сказать, судья в Верховном суду вот по подобному же случаю приняли вот такое решение, и тогда судья уже не может этому противостоять. So they use the Puranas also as reference. Поэтому они используют Пураны также как источник, к которому можно обратиться. What to do in certain circumstances. Что необходимо делать в определенных ситуациях? Because the problems, the same problems, just varying flavors of the same problems, that's all. Поэтому проблемы, в принципе, всегда одинаковые, просто у них разный запах.
the basic problem is you control and enjoy. То есть основная проблема какова? Вы просто хотите контролировать и наслаждаться. It's there in everyone. И это присутствует в каждом. Desire is there in everyone. Это желание в каждом. So if someone has some facility and ability, then they'll utilize that to control. И если у личности у нее есть возможность и сила, он будет использовать это для того, чтобы таким образом установить себя. That's nature. Такова природа. So under the influence of the false ego, the whole material world is going like this. Под влиянием ложного эго материальный мир движется подобным образом. Everyone's talking about peace. Everyone's talking about we don't want problems. We don't want wars. Все говорят, мы хотим мира, мы не хотим проблем, мы не хотим войны. But it doesn't happen. Never happened. Но это не случается. Этого никогда не было. When there's an emperor, then he keeps everyone else down. Then that's the best as it gets. Но когда есть всего лишь один император, который контролирует всех, это наилучшая ситуация. If there's one monarch, one emperor, then it's actually a better system. Когда существует всего лишь один император, это наилучшая система. If he's a good person. Конечно, если этот император является хорошей личностью. When who was that? King Venu. Когда царь Вену, he was a really nasty person. Он был ужасной личностью. Even as a child, he was very cruel. Даже ребенком он был очень жесток. And then his father died. They made him king because they had to have a king. И когда его отец умер, они сделали его царем, поскольку им необходим царь. But he was so bad that the brahmanas killed him. Но он был настолько ужасен, что браманам пришлось убить его. By mantra. Они убили его при помощи мантры. But then when he was gone, when he died, когда он умер, then all the small groups, all the mafia came up, all the gangsters came up. И все эти мелкие группы преступников, мафии, они стали поднимать головы. All the small powerful people, they began, and it was a lot of havoc. То есть все эти маленькие могущественные личности стали вылезать, и возник хаос. Because at least King Venu, although he was very cruel, all the other dacoits, gundas, they were afraid of him because he was merciless. Несмотря на то, что King Venu, он был ужасен, все другие боялись его. So you have to have a strong ruler. Именно поэтому вам необходим могущественный правитель. And there has to be force. И для этого должна быть сила. Because the nature is that we want to lord it over everyone else. That's a natural inclination. Потому что естественная склонность всех, мы хотим находиться над, мы хотим быть над всеми. That's a dream. The dream is that we'd like to be the center of everything. Это мечта каждого. Мы хотим быть в центре внимания. Right? Nice position. Это ведь хорошее положение, так ведь? Wouldn't you like that? Хотели бы вы быть в этом положении? Everyone adored you. Все бы обожали вас. Nice feeling. Хорошее чувство, так ведь? So that's there in everyone. That's the false ego. И это присутствует в каждом. Это влияние ложного эго. Trying to take Krishna's position because everyone adores Krishna. Все пытаются занять положение Кришны, поскольку все обожают Кришну. So that's why when we leave the association of Krishna. Именно поэтому, когда вы оставляете общество Кришны. This first thing that happens, Krishna takes away that remembrance. Первое, что происходит, Кришна забирает вот эту память. Of his position. Память о его положении. Then you're covered with ahankara. И вы покрываетесь аханкарой. Это первое покрытие. This is false ego. False ego. Это ложное эго. Ego means identity. То есть ваше отождествление с себя. So the first thing you're going to identify is with your body, obviously. И как вы начинаете отождествлять себя? Я есть это тело. And we're not feeling satisfied and happy for very long. И мы не чувствуем себя удовлетворенными и счастливыми. So the first thought that comes to mind is how to be satisfied, how to be comfortable, how to be happy. И поэтому что в первое приходит в ум? Как занять комфортабельное положение и стать счастливым? So this is the false ego, then it starts to
spread out. И таким образом ложное эго начинает распространяться. To gather the things you like around you. И поэтому вы начинаете покрывать себя вещами, которые вам нравятся. You know, stuff and relatives and nation and community. То есть такие вещи, как семья, общество. Get some feeling of security. Для того, чтобы могли чувствовать себя в безопасности. And then with that security, when you're free, then you can enjoy the facility. И вот в этом безопасном положении вы можете наслаждаться. So that false ego has should be given up. The real ego is Krishna is the center. Поэтому это ложное эго нужно оставить. Нашим истинное эго признает то, что Кришна является в центре. It is very difficult to understand false ego. Но ложное эго очень сложно понять. It's very mysterious. Оно очень мистично. Lord Shiva takes a part of the Visharupa's false ego. То есть Господь Шива, он становится ложным эго вселенской формы. Lord Shiva is very Shiva Tattva is very very mysterious, very difficult to understand. Говорится, что Шива Таттву очень сложно понять, она очень мистическая. And false ego is actually it's almost impossible to understand. А ложное эго практически невозможно понять. By what faculty do we have to understand the false ego? Какими способностями мы можем понять это ложное эго? It's finer than intelligence. Оно более тонко, чем интеллект. So how what we can understand it with? Чем мы можем его понять? A very subtle thing. It's just it's the identity. Это очень тонкая вещь. Это отождествление. Identity is there, but this false identity that I am the controller, I am the enjoyer, that is the cause of all the problems. И вот это ложное отождествление того, что я являюсь контролирующим и наслаждающимся, является причиной всех беспокойств. So, essentially, then the how to resolve this problem when you eventually reach the human form of life, these instructions are given. То есть постепенно вы можете разрешить эту проблему, когда вы будете находиться в человеческой форме жизни, и эти наставления не даются, как это сделать. By the association of devotees. То есть при помощи общения с преданными. And the Lord, either directly or in his literal incarnation. То есть при помощи общения с Господом, либо с его литературным воплощением. And following them. И следуя этому. Then there's a revelation. Вам придет открытие. Вы будете чувствовать присутствие Господа. Self-realization. Это называется самореализация. And that feeling is nice. И это чувство, оно очень прекрасно. It's what you're struggling hard in the material world for. You've got it already there. То есть то, к чему вы так тяжело стремитесь в этом материальном мире, вы получаете. It's a much finer kind of happiness. И это счастье, оно более тонкое. It's a much, much more deeper feeling of peace and satisfaction than that of your idea of security in the material world. И это чувство, оно более глубокое, чем просто ощущение безопасности. So then you can become a little indifferent to the material nature. И вы становитесь безразличны к материальной природе. This is what we call mercy of the Lord, mercy of the devotees. Это то, что мы называем милостью Господа и преданных. And only then you can become indifferent. Только в этот момент вы можете стать безразличным. Because we can't stop this desire to control and enjoy. Поскольку сами по себе мы не можем остановить это желание быть контролирующим и наслаждающим. But when one is self-realized, но когда кто-то самореализован, there's no fear. Не присутствует чувство страха. Somebody asked Srila Prabhupada, what does it feel like? To be Krishna conscious. Кто-то спросил у Шрилы Прабхупады, что это значит быть, как это чувствуется быть сознающим Кришну? He said, how do you feel? Они спросили у Прабхупады, как вы себя чувствуете? Шрила Прабхупада said, I have no fear. Шрила Прабхупада ответил, у меня нет страха. I have no fear. That means your security problem is taken care of. У вас нет страха, это значит проблема безопасности решена. Half the problem, defending problem, is solved, which is the main problem. То есть основная проблема защиты, она решена.
It takes the most time to deal with the defending problem, right? It takes all day. Поскольку вот эта проблема безопасности занимает большинство количества нашего времени, большее количество нашего времени. So that's gone. И это ушло. Huh? What a relief. И что вы будете делать? Shanti. Вы достигли шанти. Ом шанти, шанти, шанти. So that's why its liberation is praised so highly. Именно поэтому вот это освобождение его так прославляют. Kartavirya Arjuna, he wanted both. He wanted moksha, he wanted liberation. He asked Narada, how can I have liberation? Same time I want to enjoy the world. И вот Картавирья Арджуна, он хотел и освобождение, и наслаждение в этом материальном мире, и он спросил об этом у Нарады Муни, как я могу этого достичь? He gave a way to do it. И он дал ему, как этого можно достичь. И следуя этому процессу, он получил милость своего духовного учителя Дартатреи. And he got all those benedictions, all the good qualities, beauty, strength, learned, intelligence, power, influence. И вот он получил все эти хорошие качества, он получил могущество, интеллект, красоту, силу, богатство. But when you've got it, what are you going to do with it? И когда вы получите это, что вы будете делать? You want everyone else to see, right? Что вы хотите? Вы хотите, чтобы все другие увидели, что у вас это есть? It's not fun having all these things if nobody appreciates them. Мне интересно, что у вас есть все эти вещи, и никто этого не может оценить. А когда вы едете на своей машине, Lamborghini. Ferrari. Ferrari, maybe easier. Ferrari. They're really sensuous-looking cars, really expensive. И у вас возникает такое чувство, что это очень дорогая вещь. Но если вы едете по улице, и там никого нет, никто не видит этого, вам не интересно. Но когда вы едете по улице, и люди поворачивают свои головы, вот это как раз и есть это наслаждение. То есть они поворачивают головы, и вы чувствуете это. И вы чувствуете, да, вот. Вы становитесь центром улицы. Но, конечно, проблема в том, что в скорости все тоже захотят купить такую же машину. Именно поэтому каждый год они выпускают новую модель. So that's it. If you've got it, you've got to show it off. Otherwise, what's the point in heaven? That's why you wanted it. То есть вот и получается, что если вы получили, вы хотите это показать. В противном случае, зачем тогда это вообще иметь? This attaining liberation of peace is not the final goal. То есть и вот это достижение освобождения, то есть это от этого небольшого, вы не можете из этого извлечь много интереса. The thing is, конечно, дело в том, что это и есть. Even the scriptures say this, some scriptures. В некоторых писаниях об этом говорится. I mean, it's a final goal to be free from the, it means you're free from the modes of nature. Это конечная цель, то есть вы свободны от влияния гун материальной природы. Liberation. Освобождение. That's fantastic. Которое редко достигается. But what do you do when you get free from the modes of nature? Но что вы будете делать, когда вы освободитесь от влияния гун материальной природы? So the philosophy doesn't, their philosophy finishes it. You just get out of the material world, free from the modes of nature, that's your liberation, that's perfection. То есть вот на этом заканчивается философия. Вы выбираетесь из материального мира, становитесь свободным от влияния материальных гун, достигаете освобождения. It's perfection. You're out of the material clutches. It is perfection. То есть совершенство, вы выбираетесь из оков материального мира. But what are you doing in that perfection? А что вы будете делать в этом совершенстве? If you say you merge, become one with the every, absolute. Если вы говорите, что вы сольетесь с Абсолютом, then what's the point? What's the use? That's not, the goal is nothing. То есть получается, что ваша цель – это ничто. Nothing to enjoy, nothing to do, nowhere to go, no one to meet. Нет наслаждения, никуда не надо идти, ни с кем не встретиться, ничего не делать. We don't want nothing. На самом деле мы не хотим ничего. Only when we're frustrated, then we want nothing. Только когда вы очень разочарованы, вы тогда вы хотите ничего.
One Prabhupada gave a devotee sannyas. Одному преданному Шрила Прабхупада дал саньясу. And his wife didn't like it. И его жене это очень не понравилось. She went to crying to Prabhupada. И она, рыдая, пришла к Шриле Прабхупаде. She said, Prabhupada, I hate everything and hate everyone. И она сказала, Шрила Прабхупада, я ненавижу все и всех. Now you're making advancement. И Шрила Прабхупада сказал, вот сейчас ты можешь прогрессировать очень быстро. So unless, if you're in that position, then liberation is, if you're frustrated, then liberation is fantastic. Когда вы очень разочарованы, то освобождение кажется прекрасной вещью. When you really make a booby, right? You've really made a fool of yourself. Когда вы действительно выставили себя глупцом, you think, oh, I wish the floor would open and swallow me up. Я бы хотел, чтобы сейчас земля разверглась, и я просто провалился. So in difficult circumstances, in frustration, then this is attractive, this mukti. То есть в ужасном положении, в разочаровании, мукти является очень привлекательной вещью. But let's face it, who wants nothing? Но давайте будем честными, спросим, кто хочет ничего? Let's face it. Would you want nothing? Хотели бы вы, чтобы ничего не было? Would anyone here like to be nothing? Кто-нибудь здесь присутствующий хотел бы стать ничем? So it's a philosophy for frustrated people, because everyone is frustrated. И это философия для разочарованных людей. Now that's when the false ego disappears at that time. И вот в тот момент, когда ложное эго исчезает. So what is a real ego? Каково истинное эго? Эго. So then the real ego, if you're fortunate, that will manifest. И если вы очень удачливы, то истинное эго проявится. Because Krishna has already taken away remembrance. Поскольку Кришна, он забрал память. Before the false ego. Он сделал это до возникновения ложного эго. So he's gonna give that remembrance. И он тот, который может вернуть эту память. И если у вас есть это желание, он вам его даст, а если нет, то нет. So only the devotees get that. Поэтому только преданные получают это. And then they engage in his service. И что они делают? Они занимают себя в служении. Because that's a real ego. Поскольку это является истинным эго. And those others who are not fortunate, that doesn't that desire to serve the Lord doesn't awaken, then of course they come back to the material world to service here. И для тех менее удачливых, у которых истинное эго не пробуждается, они возвращаются обратно в материальный мир. So Bhagavatam is all full of these stories about, you know, conditioned souls who are dealing with their false egos. И вот Бхагаватам, он наполнен историей про этих обусловленных душ, которые пытаются разобраться со своим эго. But big time people, famous people, not ordinary people. Но, конечно, здесь упомянуты великие личности, не просто ординарные личности. And then it points out the success stories and the failures. И вот они указывают на те истории, которые были успешны, и те, которые не были. Then we see the successful ones are the ones that take shelter of Krishna, shelter of his devotees. И мы видим, что какие это удачливые истории. Это те, которые рассказывают о Кришне и преданных Кришне. They're the ones that get success. They get out of the material party altogether. Это те личности, которые выбираются из этого материального мира. So that's actual success. И это истинная удача. Otherwise, no one is successful, right? В противном случае, посмотрите, никто не удачлив. Even the emperor, what's he gonna be in his next birth? Даже вот этот же император, кем он станет в своей следующей жизни? He's there to use up the results of his great pious activities as the emperor. То есть, когда результаты его благочестивой деятельности закончатся? So one has to get out of the material world back into this spiritual world. Поэтому необходимо выбраться из этого материального мира и вернуться обратно в духовный мир. And there's not a lot of people who went back to Godhead in the Srimad Bhagavatam. И на самом деле Бхагаватам не так много личностей достигли духовного мира. Individuals. I think 30 or something, less than 30. То есть где-то меньше 30. A lot of stories. А историй ведь очень много. So that is, but this is the actual the reason. So that whatever
whatever particular mode that we're affected by, whatever particular nature we have, we can connect with someone in the devotional line. И поэтому, вне зависимости от того, как, под влиянием какой гуны мы находимся, какова у нас природа, мы всегда себя можем связать с какой-то личностью на этом пути преданного служения. And then, try to, you know, apply that and understand, you know, where we got to go, what eventually where we have to go to. И это мы можем как раз использовать в своей жизни и понимать, куда нам, что нам нужно делать и куда направляться. Oh, I forgot. Today is Ganga Sagara. Сегодня Ганга Сагара. I don't know whether it's the day that Ganga Devi came to the Earth planet, or she actually came to Ganga Sagara. То есть он точно не уверен, является это днем, когда Ганга изошла с духовного мира, или день, когда она слилась с океаном. First she comes to Lord Shiva's head, he catches her. Вначале Господь Шива поймал ее на своей голове. Then comes out in the Himalayas in Gomukh. She makes her appearance Gomukh. Потом она зашла в Гималаи и явилась в Гомуке. To Gangotri, down to the plains in Rishikesh. Потом Ганготри и потом через горы в Ришикеш. Then all the way through here to the Bay of Bengal. И весь путь она проделала сюда до Западной Бенгалии. And that's where the Ganges washed the ashes of the sons of King Sagara who were burnt by. И здесь как раз, где она смыла пепел сыновей Махараджа Сагары, которые были сожжены Капиладевом. После этого Ганга сливается с океаном и идет на низшие планеты. Whether it's the day that she actually reached Sagara, the ocean, or whether it's the day she came to the earth, I'm not sure. То есть, но он не... Ganga Sagara, yes. Because my neighbor, she has twins, and they were taking birth on this day. That's why they named the daughter as Ganga Sagara, and they celebrated with a big festival. То есть вот мата же говорит, что на самом деле этот день, когда Ганга слилась с океаном, именно поэтому его называют Ганга Сагара. И в этот день одна из ее родственниц, у нее родились двое детей, одна из них девочка, ее назвали Ганга Сагара. Ganga Mai Ki. Then the 10,000 sons. What happened? И вот здесь что, а что случилось с сыновьями? I wonder if they maybe still be here. They may still be here in the material world. То есть вот эта история, когда эти тысячи сыновей Сагары, возможно, они до сих пор находятся в этом материальном мире. Because if they get the other kind of liberation, which can freedom from the mouth, then they could. They got to come back eventually. То есть они получили освобождение, но, возможно, они должны вернуться сюда снова. So therefore, Krishna stresses it's only bhakti. We have to come to the position of being bhakta. Then we can actually don't have to come back again. Krishna says. Поэтому Кришна подчеркивает, что мы должны занять положение бхакта, тогда нам не придется снова возвращаться. Don't when it comes to my boat, that's not return again to this world of birth and death. Krishna says, Bhagavad Gita. То есть выбраться из этого мира и не возвращаться обратно в это место рождения и смертей. Jai Ganga Devi ki jai. Shrima Bhagavatam ki jai. Jai Gopi Premanandi. Hare Krishna. We have a question from Narada Muni. У нас один вопрос от Нарада Муни. Thank you for the class. А вот Прабху сказал, что полубоги ждут прийти, чтобы Исатья Юга пришла и тогда вернуться на землю. Но я когда-то слышал, что полубоги там на очередь ждут, чтобы прийти сейчас и участвовать в движении Санкиртана. Я не знаю. In your class, you mentioned the demigods, they're waiting for Satya Yuga to come back here to this planet of Earth. Yes? Demigods? Yes. But here, heard that demigods actually they're staying in a queue in the line and waiting to come here and join the Sankirtan movement. Yeah, but they're not here. That's in Jambudvip. Это не здесь, это на Джамбудвипе. Bharatvarsha. Bharatvarsha.
Here they only come here when the Lord appears, when it Aprakat Leela is, then they come and join that sometimes, like when Mahaprabhu was here, they used to come. То есть обычно они приходят сюда только когда Апракат Лила, когда Господь проводит здесь свои игры. Например, когда здесь был Махапрабху, они пришли для того, чтобы принять участие в его играх. Показывали про куки? Да.